плечи не поднимайте, вдохнули в живот, наклонились. Упражнение на постановку правильного вокального дыхания юным зареченским исполнителям показал столичный тренер по вокалу, магистр музыкального искусства и эстрады Евгений Христов. Мастер-класс прошел в рамках 4-го Всероссийского фестиваля творчества детей и молодежи «Траектория мысли». Очень много перспективных детей, но также есть дети, которым реально надо помочь. Потому что помимо того, что они перспективные, но на сегодняшний день где-то они идут не совсем в ту сторону. Есть базовые проблемы, которые нужно разрулить. У некоторых просто элементарно неправильно работает диафрагма. А если это будет дальше, то это узлы на связках. Участники Всероссийского фестиваля «Траектория мысли», организованного в рамках проектов госкорпорации «Гражданин страны Росатом» и «Слава Созидателям», на мастер-классе узнали много новых профессиональных приемов. Педагог познакомил детей с дыхательными, дикционными и вокальными техниками из авторского курса «Вокальный тренажер». По словам наставника, ежедневное повторение базовых упражнений поможет детям увереннее чувствовать себя на сцене. Когда ты поешь, надо просто от себя кайфовать. Вот нам так всегда говорят. И перед выходом на сцену надо все выдохнуть, все волнение, чтобы спеть очень хорошо. Оценку своего выступления на 4-м Всероссийском фестивале творчества детей и молодежи «Траектория мысли» зареченские вокалисты получили на торжественном закрытии, которое состоялось во Дворце культуры «Современник». Анна Литвинова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».